Так, він только про от Бруна на разных языках. Это максимум. 51 язык будет. Тут, наверное, 51 самый популярный язык. Я так понимаю. 51 раз. О, арабский. Ну, думаю, песни не врагать. Ну да, 40 минут смотреть. За 51 раз. Похоже на оригинал, мне кажется. Или не оригинал, а на русскую версию. Там, похоже, голоса были подобраны. Но не все. Знаешь, когда поют, даже не слышно, язык, кому язык принадлежит. Да. Еще какой-то, знаешь... Вообще не похоже куда-то. Еще арабский, частота кадров какая-то повышенная, да? Это они очень плавно двигаются. О, слышу Бруно. Арабский имитация. Египетский. А я даже не знаю, похож или не похож, потому что я не... Ощущение, что ничего не поменялось. Чего? Как-то просто язык не знаю. То же самое. Какой дорогой человек поет. Ну там все разные люди. Фух, хорошо, что это не полная песня, а кусочек. Если бы не полную песню слушать каждый раз, каждый раз. Нет, ну как сравнение. Не, не похоже. Мне как-то кажется, не так похоже. Просто другой певец. Не-не-не. О, Армения. Ой. А, это, я думаю, что так херово поют, потому что это фанатский дубляж. Ну, это точно. Это неофициальный. Ну, знаешь, как будто очень плохо спето. Подожди. Они девушки, женские нету голосов. Там два пацана дублировали, или один. Блин, такая очень бедная озвучка, конечно. Ну, потому что фанатский дубляж, я понимаю. О, на гормонах. Мирабель. Или как там ее? Португальский, бразильский. Тоже кого-то, знаешь, кого-то фанатская озвучка какая-то. Да нет, просто как типа. Как-то. Нет, официально, походу. Необъемно как-то. Ну просто как-то звук не оформили, да? Вообще, по логике, это. Они сами откуда, эта семейка Мадригаль? Получается, у них должен быть как родной язык такой похожий, да? Mm. О, болгарский. Ой, какие-то знакомые какие-то слова. Безоблачно, ясно, что-то... Нет? Эй, хром! Незнакомые, просто, знаешь, звучание похоже на русский. Но слова другие. Ну, конечно. Ничего не понятно. Как будто по-русски говорит, да? Но другими словами. Кантонский. Это диалект вроде китайского. Или как? Да, слышишь? Похоже на китайский. Это диалект китайского. Они, наверное, сам китайский тоже будет. Вроде как языки по алфавиту должны идти. Видишь, потому что С идет по английскому алфавиту этот язык. Был болгарский. Английскому болгарский? Нет, а расстановка языков по английскому алфавиту получается A, B, C, D, ну, название стран. Чешский. Тоже слышно, как будто какая-то славянская группа языков, да, но ни слова не понятно. Ну да, что близкое. Чесня.
Чечня. Нет. Чечня. Чечня. Еще они на водяном языке говорят, знаешь? Просто потому что мы не понимаем. У нас тоже для некоторых языков домены. Хорватский. Тоже что-то похоже, да? Как, как и предыдущий. Еще знаешь, они, получается, все поют одновременно, и так язык не знаешь, а когда все вместе поют, вообще ничего не понятно, да? Я вспоминаю Бруно. Да, или? Даниш. Ну, датский. Утюжки. Как-то скудно. Просто не хватает голосов. Просто песня как-то так оформленная. Не очень объемная, да? Вот, кажется, сам себе поет просто тихонечко под нос. Ну да, как-то тихо, да? Ну, все только голосок как-то похожи на оригинальный вообще. Ну, кроме, конечно, этого армянского. Там пацан за всех спел. Так, это этот... Нидерланды. Да-да-да-да. Ну, как диалект немецкого, получается, будет, наверное. Ну, не как-то отдельный язык, но похож на немецкий. Наверное. Наверное, язык похож на немецкий много, нет? Может, нет, не знаю. Нет, больше не испанский похож. Блин, из-за хора реально не понятно отдельных, да? слов. Поразвана буханная Бруно. Вот и моя... У тебя вот сумма, надо какой-то английский, эстонский. Зачем озвучивать, что тут написано на какой язык? Ладно. А что нам озвучивать или нет? Они почти не отличаются. Нет. Да, у меня что-то все в одну кучу смешалось. Те же голоса, как будто поют. Да, голоса вообще как будто не те же, как будто не те же актеры озвучивали, пели. О, английский. Это оригинальный, видимо. Тоже почему-то такой, не такой объемный тоже, звук, да? Да, да, такой тусклый. Вот тут знакомые слова. О, Umbrella! Ура! Я ничего не удивляю. Звонтик, я слышу. We don't talk about Bruno, вот. Ой, вот голос не отличается. Да. Предыдущий был примерно одинаковый. Да, похож. Европейский португальский получается. В котором в Португалии говорят. По луке он должен был похож на бразильский, мне кажется. Я думаю, мы не отличим. Это португальский, это думаю, португальского. И еще думаю, я честно, мне кажется, португальский от испанского по звучанию вообще не отличу. Ну да. Они же, наверное, похожи группа языковой, да? Да. Это как белорусский, украинский, знаешь, типа. Что-то близкое. Но много очень отличающихся моментов. Вот, а у нее голос тоже похож на тот, который предыдущие пели. На английский не похож. Финский. Суоми. Вот, тоже баба на гормонах. Да?
Нет, уже есть женские голоса. Мне кажется, если кто-то заговорит на языке, скажут, определи, что за язык, никогда в жизни не определю. Вообще не определю никогда. Просто вот рандомно. Какой? Лемиш. Леминский. Амский. Леминский. Что за язык? Да, что я приведу. Какой-то из этих вот испанских, нет? Фламандский. Как, что, французский, типа, нет? Французский. Это французское, получается, написано? Бельгия. А, ну, похоже на французский бой, значит. Опа, это Роттер Бруно. Вот, французский. Это как-то не похож. Бывает, ребят, есть какой-то такой диалект такой? Какое-то звучание французское есть? Не, я абсолютно не понял, что это французский? Язык, да. Ну, когда написано французский, уже как будто слышишь что-то такое. Да. А если мы закроем глаза? Вот она сейчас поет, ты закрой глаза. Ты закрой, и давай по очереди. Посмотреть. Давай по очереди. Давай. Будет челлендж. Ты первый? Давай, ты первый закрываешь. Они почти уже допели, все, закрывай. Так, закрыл. Пытаюсь угадать, что это за язык. Мне кажется, не угадаешь. Какой-то знакомый, ну, такой известный. Ну, мне кажется, не угадаешь. Может, по алфавиту предположить. Ой, грузинский какой-то. Да. Как ты угадал? Серьезно? Да. Она как-то так четко сказала «Мамарьяна», как-то там таким акцентом грузинским. Охренеть! Бля, интересно. Давай-ка. Если еще будет, наверное, греческий, тут по алфавиту уже понятно будет. А, не, бля. Скрытие по алфавиту. Нет, я бы не забыл вообще. Давай, закрывай, закрывай, закрывай. Ладно. Давай. Популярный язык. Это же немецкий. Да. Я слушаю «Он си вольда зи». Ну что такое на немецком? Ну слышу, звучит. Прикольно, если слушаются, то можно что-то выделить. Ну да? Вот. И следующий. А я слушаю только, я сначала думаю, какой-то подвох, слушаю, как немецкий какой-то. Короче, мы себе игру сделали. Нормально. Да. Как-то развлекаться слишком долго будет слушать. А сейчас вырыгаем. Есть предположение? Ну, это уже понятно, какой. Ну, ты не сможешь отгадать. Что это такое? Ты, типа, испанское, итальянское. Ну, ладно, смотри. Греческий. А, нет. Я знаю, как греческий звучит. Ну, да, я тоже не знаю. Нет, не угадал. Да, я говорю, ну, сложно было бы. Так, сейчас я. Закрывай, закрывай, закрывай. А там в конце бум, вот. Это популярный язык? Ну да, да. Популярный. Только не открывай, пока не отгадаю. Тише. Блин, я не понимаю, ну, как будто что-то знакомое. В популярном мире, но ты должна понять. Славянская какая-то группа. Я не знаю, что сбилось. Еврит. А чего я должна его знать? Я никогда не знала, не слышала в жизни, что он живет. Нет, Все, мы просрали индийские, это хинди. Сука. В смысле? Я никогда не слышала, как иврит звучит. Нет. Никогда не слышала, как я могу угадать. А я нет. Хинди я никогда тоже не гадала бы, не слышала. Мне кажется,
попадется, я отгадаю, если мне попадется русский. Японский. Не, ну из таких. Ну понятно. Японский, мне кажется, я смогу отгадать. Возможно, корейский смогу отгадать. Да. Потом посмотрим, кому попадется. Давай сейчас ты будешь. Главное не просрать момент. В конце она уже кусочки складывает. Вот, все, закрывай, давай. Так. Хотя бы группу языковую попробовать. Если язык прям не знаешь. Есть предположение, хотя бы группа. Европейская. Ну ладно, смотри, венгерский. Ну сложно, потому что ты никогда его не слышал, по сути. Ну да. Как ты отгадаешь? Что-то европейское, я же такое похоже звучит. Так, а теперь я? Давай. Что это? Тише, тише. Что-то сложное, да? Слушай, похоже на какой-то диалект китайского. Может, не тайский, а какой-то вот хантой, как будто, или какой-то как вьетнам, не вьетнамский, ну что такое, что-то азиатский язык как будто какой-то по звучанию похож. Какой-то разновидность китайского. Я не знаю, что это. А ты походу как... Малагасийский какой-то считать. А он похож ближе на китайский или нет, интересно? А ты напиши в интернете. Я в интернете. А, все, нет, отгадывай, потом посмотрим. Закрывай глаза, не смотри, главное не смотри. Язык напиши, Исан язык. Попробуешь отгадать, что сейчас играет? Да, я слушаю. Исанский язык, язык, распространенный в Таиланде. Ну, я же говорю, похож чем-то на китайский. В принципе, близко. Получается, нет, хотя бы группу. Что значит испанский? Исландский. Вообще мимо. Блин, ну я, в принципе, была близка, по сути. Потому что тайландский похож на китайский, мне кажется. Мне кажется, похоже. Нет. Ну, по звучанию. Ты закрывайся. Все, ладно, закрываюсь. Что выпадет, не? О, легко. Бонджорно. О, так это либо итальянский, либо испанский. Поделись. Ну, итальянский, наверное. Итальянский. Да. Бонжорно услышал какой-то. Что такое? Бонжорно какой-то. Итальянский я слышал, как звучит, да. Ну, они, блин, просто похожи с испанским, поэтому сложновато, честно говоря. Да. Ну, звучит все одинаково. Ну, не одинаково, итальянский. Просто похоже. Так, теперь ты. Есть предположение. Подожди. Бля, что там? Ну, предположение. Мария, тут испанское что-то. Ты, мне кажется, не отгадаешь, что очень сложно. Индонезийский. Блядь. Ну. Что-то сложно не попадается. Ну как попадается? Как уже попалось, то попалось. Баба Хастена Бруно. Никогда мне не сгадали. Баба Хастена. О, давай я. Давай. О, это легко. Да не надо было мне подсказки давать, что легко. Ну, это уже испанский. Да, нет? Точно, готово? Ну, я тут логически думаю, что испанский. Ну, давай, смотри. Блин, да ладно! Я точно отгадаю! Да ладно! Я потому что меня сбила, думала, что будет испанский. Потому что был итальянский, был индонезийский, нет. Я думала, испанский по алфавиту. В смысле? Зачем ты по логике думаешь? Он же не пои, он по же спэниш. Бля, надо? Я забыла. Дай я послушаю еще раз. Чем по логике думаешь? Я по логике думала, поэтому сбилась. Вот японский, я точно угадала. Да! Потому что я же думала... Я думала, о, попала японский. Я даже его не слушала, что это японский. Сразу думала, сказать сразу испанский без звучания, потому что думала испанский. А я забыла, что после индонезийского не пойдет испанский, потому что по-английски испанский будет спэниш.
А зачем ты думаешь про это? Ну, потому что вот я не могу, а я думаю про это, поэтому я запуталась. Слушай, блин, так нечестно, я запуталась. Нечестно, потому что ты думаешь про алфавит. Вот это нечестно. Вообще не игра, ладно. Ну, да, послушай, все. Похож на японский. Похож. Чуть-чуть не похож, но в принципе похож. Чуть похоже. Вот здесь вот похоже. Минаво Сашта, вот тут похоже, что такое. Не угадает японский. Так была уверена. Тише, дай послушай, как они говорят. Мочива, это что-то там про чувство, наверное, нет? Читака на борьбума. Вообще, на самом деле, странно он звучит. Да. Я думал, как-то больше анимешный будет. Попробуй. Есть предположение? Ладно, мне главное думать о языке. Что-то славянское как будто. Ну-ка, предположение есть? Как будто там, может, литовский, латвийский какой-нибудь. Ну смотри, что за язык. А, казахский? Казахский, казахский. Прикинь. Ну, он вообще похож, наверное, на... Он... Нет, мне кажется, похож на вот этот, как языки тюркские, или как называется. Вот теперь я. Так, главное думать о языке, а не алфавите. Тише. Пиздец. Даже немножко на японский похож. Сейчас. Мне кажется, это оттуда где-то. Корейский, может. Корейский пускай будет. Ну. Это долго думала. Слушайте, у меня уже все одинаково звучит. Я корейский уже не различаю. Сейчас уже сливается. Они ну похож, ну похож, похож. О боже, нет, я даже не надеюсь, это фанатский дубляж. Не смотри, не раскрывай, ты не угадаешь, это какой-то ужас. Какой-то лао. Такое ощущение, как будто человек. Да это будет. Сам себе. Нет, язык может быть чудесный, но когда два чела поют как-то не очень музыкально, учитывая, что один из них точно не умеет петь. Слышишь? Это звучит, конечно, печально. Просто как бы это мюзикл, и тебе нужно как бы спеть, да? Могли бы не переводить. Да, могли субтитры прописать, честно, в данном случае. Не, ну ладно, не старались, конечно. Лайк за старание, как говорится, да? Так, ну вот ты давай. Ну-ка. Языки похожи, группа. Ну, группу не знаем, так примерно прикидываем. Что-то вроде испанского. Готов? Думаешь, такое? Да, что-то смотри. Латвийский. Пали. Песту по ЭПС, только да, оф, на конце это все испанское. Это у тебя такое, я. Есть это, есть. Ой, точно славянская группа языков, стопудово. Мне показалось, съезда, масса, но какие-то слова какие-то такие. Съезда, масса? Японская. Логически тут и литовский, но вообще, например, славянская группа языков. Ну, да. Нет, ты знаешь по буквам. Ну, еще, ну, позвучит похоже. Ну, еще, о том ты делаешь, что по буквам ты слушаешь. Ну, там думаешь по буквам, как следующий. А, нечестно. Да ладно, ладно, я не могу выкинуть это из головы, как я могу себе... Я не думаю об этом. Ладно, давай, ну-ка. Достаточно легко. Ну-ка.
есть предположение? Китайский. Это испанский, обычный. Мы в школе учили. Китайский. Латинский испанский. Ну, это обычный, мне нужно написано испаньол. Я так понимаю, просто классический, обычный испанский, видимо. Нет, это Латинской Америки. Ну, не знаю. Бразилия, думаю. Ну, так в Бразилии там другой показали, так. Не угадайся. Мне кажется, какой-нибудь тоже из серии малазийских там. Ну, просто рандомно, индонезийский, куда-нибудь туда. О! Я сказала примерно туда, нет? Что по буквам? Не по буквам, я секрет, даже про буквы не думала. Я просто сказала, когда ты не угадаешь, я подумала, скорее всего, какая-то Индонезия, может быть, где-то там. Просто тут методом тыка, серьезно. Никогда не слышала, как он звучит. Для меня все одинаково звучит уже вообще. Ну все, уже все слилось. Все одинаково. Мне кажется, уже даже русский не услышишь. Как сейчас уже все слилось так? Я хотя бы русский угадаю. Ну если кому выпадет. Ему не выпал русский. Ну-ка, есть предположение? Ой, китайский. Да, китайский мандарин, ну, считается. Звучит как-то характерно, да? Да. Сразу отличается, как ты чувствуешь, что прям китайский. Да. А ты слышал китайский, потому что? Ну да. Очень печально люблю. Нет, ты же даже в курсе китайского ходил там несколько раз. Нет? В универе или что? Ну, нет, как, не запомнил. Нет, ну просто звучание хотя бы. Надо бы, чтобы языки были в разброс. Кстати, гуфтологии это вообще в разброс уже. Или как? Ладно, давай я. У меня есть шансы? Там диалект. Тоже похоже на китайский, кстати. Шанс, шампуан какой-то. Тоже что-то из китайского? Да. Тайваньский. Мандарин. Ну, я говорю, что оно же похоже звучит. А я думала, что там тоже язык китайский. Ну, а видишь, да. Ну, там диалект. Свой. Хотя, подожди, в Китае там логи по регионам тоже есть свои какие-то больше, да? Наверное, языки. Ну, да. Такой же большой. Это, слушай, ну это то же самое, даже посмотри, как ту же Германию. Там тоже, допустим, некоторые немецкий, он немного отличается в разных регионах. Даже маленькую Беларусь берешь, некоторые слова отличаются. Ну, закрывай, закрывай. Я что-то из русского. Подумай, что может быть. Ой, Турден. Турция, что ли? Турден. Что-то там. Ну что, ты готов? Возле России где-то. Ну-ка, ну что, Турция возле России? Южные регионы, ниже России. Ну ладно, оттуда. смотри. Что, Грузия там. Ну хорошо, смотри, норвежский. Кажется, никто вообще не угадаешь, если ты язык не знаешь. Вообще невозможно, да? Так, я теперь, давай. Ой, славянский какой-то. А что тут же какой-то... Куда? Я не знаю, какую-то славянскую группу языков, я не смотрю. Я не знаю. Персидский. Не славянский. Охренеть, никогда в жизни бы не сказала. Совсем. Ну слушай, ну как будто... Давай, русский мне дай. Русский, я хочу выиграть. А что, у нас нет соревнования? Кому русский упали, тот победил. Ну-ка. Блять, вообще близко вроде русского. Вообще близко. Ну, так что может быть язык? Ладно, подождем, давай еще. Я что-то возле русского. Ну? Я даже одно слово узнала. Ну? Смотри. Польский. А-а-а. Близко. Парасоль, я сказал. Парасоль. Ну, как по-белорусски тоже, как там, парасоль, да. Зонтик. А, блин, я успел. Романский. Я все равно не угадала, ладно. Ну все, отключи русский. Забудова. Ты что ты про алфавит думаешь?
Ну ладно, на русском мы не будем угадывать. Чего? Ну ладно, а хорошо. А вдруг будут не русские? Ну, может быть, кстати. А вдруг будут римские? Подожди, это румынский, наверное. Ну, румынский. Что, значит, ты свой шарптяна, да? Да. С кому русский упоет? Хорошо, хорошо, Вадим, забирай, забирай. А кто проиграл, тот на коленях извиняется. Чем? Что за правила игры? Почему? У нас мало того, что... Нет, такого не будет, что за фигня. Нет, будет. Нет, что за бред? Все, мы играем. Условия были такие? Что такие условия? Ты что придумал? Охрененно ты законы пишешь на ходу. Нет, тебя правительству нельзя, это ужас. Ну-ка, пиздец, выигрыш. Блядь. Я не выиграла. Что? Это не русский. Бля, русский? Да, это нормально вообще. Он в русском поет? Я русский не слышу даже. А настолько... Все, ты не выиграл. Мне настолько... В смысле? Нет, сначала... я угадал, что русский. Ну все, ладно, неважно. Мы с тобой извиняемся на колени. Зачем же какие-то тупые правила? Ну это слой. Ты прикинь? Бля, я слушаю очень русский такой... Бля, я не проиграл. Бля, думаю, так, а что за близкое? Потому что они все вместе поют, они поют все вместе, ты не можешь разобраться. Как ты можешь язык разобрать конкретно? Слушай, смеешься. А потом четко фраза. Слушай, ты смеешься, значит, это же русский, что ли? Слушай, еще. Такой, я слова ловлю. Какие-то слова есть. Жесть. А знаешь, почему сложно? Потому что они поют все вместе одновременно. Мне кажется, в принципе, никакой язык очень сложно, любой язык угадать. Да. Бабули, зонтик несите. Что ты несешь? Вот ты фигню придумал, сам становись. Здесь больше нечего. Чего я вспомнила Бруно? Не упоминай Бруно. Не, ну когда уже концентрируешься. Ой, да. Ой, так, теперь я. Жесть. У меня есть шансы? Да. Ну, какой-то плохой сжатый. Ух ты, повезительно. Ну, по-моему, басы херачат. Плохой, да. Какая группа? Где примерно регион? Славянские, наверное. Да, регион. Не знаю, Восточная Европа. Подожди, это же украинский, что ли? Нет. Нет, подожди, что это? Я не смотрю. За что вы отвечали? Не знаю. Ой, сербский, блин. Ну ладно. Да? Возможно, не знаю. На что похоже по группу? Ну как группу? Я не знаю, как правильно группа называется. Ну, поняли, о чем я. Есть предположение? Нет? Испанская какая-то. Словацкий. Очеря. Ну, сложно. Где примерно? Нанхолай, тайский, вьетнамский, возможно. Что-то оттуда, нет? Не смотреть или нет? Ну, где-то там Вьетнам, что-нибудь туда, не знаю. Можно. Шведский, понятно. Не то. Вообще не то. Вообще другой регион максимально. Бля, если ты русский, я чуть-чуть выхотал. Что вы хотите? Встать на колени. Нет, можешь открывать. Я тоже не знаю, что это за язык. Ты томил. Ну, как я могла не знать? Я угадал, томил. Ну, конечно. Открывай, капец. Заруинила. Дал мне томил угадать. Я томил знаю издалека. Что это вообще за язык тогда? Томил. Понятно. Там, где Индия. В какой стране? Рядом там. Где-то. Чего, ты по иероглифам так пишешь? Конечно. А ты будешь кого-нибудь в арабский больше таки успехом? Или вообще другой? Давай посмотрим. Не, сейчас ты угадываешь заново. Что я заново? Чего, я? Мирский, один басофон, Индия. Арабский, да. Пишет.
Я не знаю, нет. О, нет. О, бур-буру. Телугу. У меня тут без вариков. Не знаю, что это. Надеюсь, что будут какие-то языки, которые мы сможем узнать. Кирилловое? Да. Надеемся, что тебе выпадет что-то, что можно хотя бы примерно предположить. Вадим, без Токио. Шанса. Ой, Токио, нет, такой язык. Алголог. Это такой популярный язык, на котором говорит много людей. Раз на него дублировали мультик отдельно в своей стране. Понимаешь? Вот так вот живешь в другой части света, и про другую часть света вообще ни хрена не знаешь, просто вот ноль, понимаешь? Как в Беларуси почти никто не знает. Конечно, кто про не знает, а? Маленькая какая-то страна где-то там возле России, что вообще, кто, где, куда, ну. Теперь моя очередь, да, получается? Да. Что бы мне что-нибудь такое? На Т, да? Что-нибудь на Т. Ой, это какой-то китайский. Стопудово, точно какой-то китайский. Что-то из Китая, что-то недалеко от Китая. Да? Mm-hmm. Это какой-то диалект китайского? Вьетнамский, может быть. Ну, короче, чисто вот что-то китайское прям. О, тайский, ну почти. Ну, очень так характерно звучит, да? Не слышу. Не слышу разницы. Не, прям четко вот такое, прям швань. Ты хирург знает, я же не слышу. Ну, такое прям вот что-то вот такое оттуда. Ну, сейчас ты. Я? Там еще будет еще? Ну да, будет еще. Какая буква после тебя идет? Я же уже все, у меня мозг отключился. Вьетнам! Ну-ка, слушай. Предположение. Хотя бы регион. Вообще ноль вариантов. Ты же сегодня его называл ошибочно. Да? Да. Ладно, смотри. Турецкий. Ну, я его никогда не слышал, как он звучит. На самом деле. Я не слышал. Так, теперь я? Да. Ой, верно. Помните. Славянский. Не знаю, что это морок то. Это же украинский. Да. Ну. Когда я смотрю, я сразу слышу. А да. Если ты не смотришь на себя, сложно. Как-то сложнее. Да, да, ну я нормально справилась. Ну, ничего, ни хрена непонятно, на самом деле. Вьетнам. Чё так решил? Ну, что-то китайское. Вьетнам. Ты знал, что ли? Или ты просто предположил? Я думал, буква будет скоро такая. Блин, а ты звучит... снова как я делаешь. Я так с японским лоханулась. Ну да, правильно. Блин, на самом деле очень сложно разобрать. Даже русский не получилось сразу разобрать, потому что они все вместе поют. Вообще unreal, на самом деле, да? Закрой, закрой. А, ну это мне же кажется конец скоро. Скоро буквы заканчиваются. Да. Что? А где пусня? Инструментальный. А я даже такая, а где песня? Я такая, что за обман? Так это сейчас последняя, походу, все. Да. Дима. А я такая, на-на-на-на-на, у нас рассинхрон, давай. Да-да-да-да-да, нет, подожди, нет, сейчас вот. На-на-на-на-на-на-на, чу-чу-чу-чу-чу-чу, на-на-на-на-на-на-на, чу-чу-чу-ру-чу-ру-ру, на-на-на-на-на-на-на, чу-чу-чу-ру-чу-ру, не упоминай Бруно, но-но-но. Не упоминай, Бруно. У нас будет рассинхрон? Да. Потому что
У нас наушник Bluetooth. У нас как бы нормально слышно, но в записи. Ну, слушай, что-то мы смогли угадать, ну, какие-то языки ты никогда в жизни не угадаешь. Типа, знаешь, ты думаешь, о, вьетнамский, а это шведский. Ты такой, ну, то есть, ну, ладно, не вьетнамский, а какой-то другой. Я говорю, когда Unreal вообще. И что ты русский, блядь, сложно было угадать мне. Я такой, какой-то язык по-русски поет. Ну, а тебе японский сложно было угадать? Ну, я тут, потому что свои логические видишь неправильно. И он, во-первых, а во-вторых, он действительно звучал не совсем как в аниме на самом деле. Прям вообще не очень. Какой-то американец пел по-японски просто. Честно говоря, как будто такое ощущение не сложилось. Потому что, допустим, корейский был как-то будто чё-чё.